Вот уже год в нашем инстаграме мы выпускаем очень классные идиомы. Мы их сами рисуем, сами монтируем, сами записываем, все делаем сами, и они очень крутые. И сейчас это подборка из 10 идиом. Давайте, схема проста. Если вам понравилось, то вы ставите лайк. Если вам не понравилось, вы ставите дизлайк. И пишите, что нужно сделать, чтобы понравилось. Ну и если да, то мы выпускаем дальше. Если нет, то нет. Все логично. Поехали. Идиома – a penny for your thoughts. Дословный перевод – пенни за твою мысль. А смысловой перевод – расскажи, о чем ты думаешь. Например, a penny for your thoughts, the girl said as she saw her boyfriend looking out the window. Расскажи, о чем ты думаешь, сказала девушка, когда увидела, что ее молодой человек смотрит в окно. Или penny for your thoughts, they're not worth as much. Penny for your thoughts? They're not worth as much. Расскажи, о чем ты думаешь. Они не стоят столько. Идиома to be in the red. Дословно ее перевод – быть в красном, а смысловой перевод – быть в долгу. Например, the company has been in the red for 3 years now. Компания является убыточной вот уже 3 года. Или I've got 3 credit card bills to pay off at the moment. I hate being in the red. Мне сейчас нужно расплатиться по 3 счетам кредитной карты. Ненавижу быть в долгу. To have a whale of a time. Дословно ее перевод – иметь кита времени. А смысловой перевод – замечательно провести время. Например, I spent the summer holidays in Mexico and had a whale of a time. Я замечательно провел время на летних каникулах в Мексике. И еще пример. Look at them. They are having a whale of a time. They are all happy. Look at them, they're having a whale of a time. They're all happy. Посмотри на них. Они замечательно проводят время. Они счастливы. Идиома red eye flight. Дословный перевод – полет красных глаз, а смысловой перевод – это ночной рейс. И примеры. She took the red eye flight from New York. Она взяла ночной рейс из Нью-Йорка. Или sometimes I like to pretend I'm a flight attendant on a layover and I only have a few hours before I open my red eye to Barcelona. Иногда я представляю себя стюардессой на перерыве между полетами, и у меня всего несколько часов, прежде чем я зайду на свой ночной рейс в Барселону. Идиома as cool as a cucumber. Дословный перевод – крутой как огурец, а смысловой перевод – невозмутимый, спокойный. Например, the woman was as cool as a cucumber when her canoe turned over in the river. Женщина оставалась совершенно невозмутимой, когда ее каноэ перевернулось на реке. Или I'm as cool as a cucumber. You are shaking like I don't know what. I'm as cool as a cucumber and you're shaking like I don't know what. Я совершенно спокойна, а ты дрожишь, как не знаю что. Прошло ровно 5, и на самом деле в каждой из этих идиом мы рассказываем о нашей школе английского языка. Мы решили, что хотим вам подарить одно бесплатное занятие, если вы пройдете по ссылке в описании. Так что проходите по ссылке, будет вам одно бесплатное занятие по скайпу. Идиома window shopping. Дословный перевод – окно шопинг, а смысловой перевод – хождение по магазинам без намерения что-либо купить или просто рассматривание витрин. Например, I was window shopping in Oxford Street, daydreaming about what I'd buy for her if I had any money. Я смотрел на витрины Oxford Street и мечтал, что купил бы жене, если бы были деньги. Или I've done my window shopping. There is not a store that I missed. I've done my window shopping. There's not a store that I've missed. Я рассматривал витрины, и не было ни одного магазина, который бы я пропустил. Идиома no pain, no gain. Дословно ее перевод нет боли, нет прибыли. А смысловой перевод без труда не вытащишь и рыбку из пруда. Или без трудов нет заработков. Вот, например, my coach always says no pain, no gain. You have to work day and night. Мой тренер всегда говорит: нет боли, нет выигрыша. Ты должен работать день и ночь. Или nothing good comes easily, no pain, no gain. Nothing good comes easily, no pain, no gain. Ничто стоящее не дается легко, без труда не вытащишь и рыбку из пруда. Идиома a fish out of water. Дословно ее перевод – рыба, вынутая из воды. А смысловой перевод – быть не в своей тарелке, чувствовать себя некомфортно. Например,
I'm not just saying this to be clever. I really feel like a fish out of water here. Не хочу показаться занудой, но я здесь как не в своей тарелке. Или Poor Tom. If he was a fish out of water here, what is he in Boston? Poor Tom. If he was a fish out of water here, what is he in Boston? Бедный Том, если ему здесь некомфортно, каково же ему в Бостоне? Идиома apple of one's eye. Дословно ее перевод – яблоко в глазу, а смысловой перевод – зеница ока, светочей, кто-то очень-очень вам дорогой. Например, the man's youngest daughter is the apple of his eye. Его младшая дочь очень ему дорога. You are the apple of my eye, the thump in my heart. You're the apple of my eye, the thump in my heart. Ты свет моих очей, стук моего сердца. Идиома to ask or to cry for the moon. Дословный ее перевод – это кричать на луну, либо просить луну. А смысловой перевод – желать невозможного, требовать невозможного, или, как мы еще говорим, просить звезду с неба. А вот пример. The woman is asking for the moon. She will never get what she wants. Эта женщина просит слишком многого. Она никогда не получит, чего хочет. А мы еще вот о чем подумали. Вы же эти идиомы явно забудете. Их, конечно, всего лишь 10, но их очень легко забыть. Поэтому, чтобы такого не произошло, мы для вас создали очень классный тест. И этот тест вы можете тоже пройти по ссылке в описании. Ставьте лайк, если вам понравилось, подписывайтесь на канал и ставьте колокольчик, иначе YouTube не покажет, что у нас вышло новое видео. Да, ссылка на наш Instagram в описании. Все, всем пока.